Сердце 37-летней модели Адрианы Лимы, бывшего ангела Викторио Секрет, снова свободно. Бразильская манекенщица рассталась с 36-летним возлюбленным, турецким писателем Метином Харе. Их роман начался в июле 2017 года, после того, как папарацци несколько раз заставали влюбленных за поцелуями. Модель наконец подтвердила, что встречается с Харе, и опубликовала совместное с ним фото в сети. «Я ждала Метина 35 лет. Мы будем держаться за руки и проживать нашу новую жизнь», — делилась тогда Адриана. Что стало причиной разрыва модели и писателя, пока неизвестно. Напомним, что Адриана Лима в 2009 году вышла замуж за баскетболиста Марка Ярича, но в 2016 году пара объявила о разводе. От брака со спортсменом у модели осталось двое дочерей – 9-летняя Валентина и 6-летняя Симна. Расставание с Метином – не единственная перемена в жизни Лимы за последнее время. 2 месяца назад она объявила о том, что покидает Викторио Секрет. Тогда модель вышла на подиум как ангел Викторио Секрет в последний раз. Девушка не смогла совладать с собственными эмоциями и расплакалась перед сотнями зрителей. Адриана была лицом всемирно известного бренда с 1999 года. Слухи о том, что самый долгоиграющий ангел покидает компанию, появились еще год назад. Но лишь накануне Нового года Лима решилась сделать это. «Дорогая Виктория, спасибо, что показала мне мир и поделилась секретами, а самое важное, это то, что ты не просто дала мне крылья, а научила летать». С любовью, Адриана, написала модель в личном блоге после показа.